Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A77s, и сейчас мы вместе с вами будем его первый раз настраивать. Нажимаем на стрелочку и выбираем язык. Выбираем язык, нажимаем «Далее» и выбираем регион и нажимаем «Продолжить». Здесь мы ставим галочки на первые два пункта обязательно и нажимаем «Далее». Тут мы можем подключиться к сети Wi-Fi. Если вы не хотите этого делать или не можете в данный момент, можете нажать кнопочку «Пропустить». Подключаемся, нажимаем «Далее». Тут мы можем скопировать приложение и данные со старого устройства. Если вы не хотите или не можете этого сделать, нажимаете «Не копировать». А если хотите, нажимаете «Далее». Нам понадобится тут старое устройство. У меня его, к сожалению, нет. Поэтому я нажимаю «Старое устройство нет под рукой». Нажимаю «Ок». И сейчас нужно будет войти в Google аккаунт. Вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Выбираем, кто будет пользоваться устройством, нажимаем «Далее». Принимаем условия использования. И далее выбираем устройство, откуда хотим восстановить данные. Выбираем, нажимаем «Далее», вводим пароль от старого устройства и нажимаем «Восстановить». Нажимаем «Ок», нажимаем «Еще», «Еще», «Принять». И выбираем поисковую систему, я выбираю Google. Далее можем настроить блокировку экрана, можем добавить пароль, лицо, отпечаток пальца, можем сделать это позже. Нажимаем «Пропустить», «Позже», нажимаем «Продолжить». Ой. Угу. И не знаю, почему у нас погас экран. В общем, здесь мы можем подключить Google Pay. Я нажимаю «Пропустить». Надеюсь, вам все видно. Далее мы можем тут добавить еще один аккаунт, еще какие-то дополнительные приложения. Я нажимаю «Нет, спасибо». Тут мы также можем выбрать способ навигации. Есть кнопки и жесты. Я выберу жесты. Их можно будет также изучить, если вы их не знаете. Нажимаем «Далее». Тут мы тоже нажимаем «Далее». Все, в принципе, ничего важного такого особо там не было, поэтому то, что экран погас, это не страшно. Нажимаем «Начало работы». Да. И таким образом мы настроили наше устройство. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.